Приветствую вас, друзья мои! Какие у нас будут отношения с противоположным полом, нужно узнать из даты рождения. Составляем карту семьи на час рождения и находим два иероглифа. Дерево инь, которое символизирует девушку, и металл ян, который символизирует молодого человека. И смотрим взаимодействие между дворцами, в которых находятся наши иероглифы. И смотрим также факторы, которые находятся в самом дворце. Инь или в дворце металла ян. Рассмотрим конкретный пример. Это карта цемень девушки, которая обратилась ко мне с вопросом, почему у нее не складывается личная жизнь. В данном примере дворец девушки находится на юге, в стихии огонь. Дворец молодого человека на северо-западе, в стихии металл. Огонь плавит металл. То есть в нашем примере дворец девушки контролирует дворец молодого человека. Это одна из худших комбинаций, что уже указывает на то, что в отношениях с мужчинами у нашей девушки будут проблемы, так как не каждый мужчина желает, чтобы на него давили и над ним доминировали. Зная цемень рождения своей дочери, вы можете на самом начальном этапе грамотно скорректировать процесс воспитания, чтобы направить его именно в то русло грамотного воспитания настоящей женщины. А что же делать уже взрослой девушке с устоявшимися стереотипами? Ищите посредника. Что за посредник нам нужен? В данном примере посредником является элемент земля. У нас он представлен в двух дворцах. Соответственно, у нас два пути решения вопроса. Какой выберет человек, это решать ему самому. Первый путь. Элемент земля у нас находится на юго-западе. Для тех, кто готов работать над собой и всю свою активность, всю свою энергию, на которую указывает дух Белый Тигр, бросить на трансформацию своего внутреннего мира, своего мировоззрения. Для того, чтобы в душе возникла гармония, нужно, соответственно, работать. Работать у нас не все хотят над собой, это самая сложная работа. Здесь же достаточно хорошая структура в этом дворце указывает на то, что если человек выбирает этот путь, он будет достаточно положительным. Тем более для меня он является более предпочтительным по причине того, что юго-запад – это дворец Кут. Соответственно, он означает «женщина-мать». Если человек, девушка наша выбирает именно этот путь, она уже идет правильным направлением, заложенным самой природой. Второй путь у нас, смотрим. Элемент земля находится на северо-востоке. Что здесь у нас находится? Здесь у нас очень интересная картина, которая говорит о том, что пока у нашей девушки будут деньги, она будет интересна нашему молодому человеку. Да, именно так. Тем более, что в самом дворце девушки есть такой темный дух, темный воин-дух, что указывает на то, что наша девушка притягивает в свою жизнь определенных мужчин, так называемых альфонсов, которые готовы подчиняться, пока им за это платят. Поэтому, если человека устраивает это, одного и второго, почему бы и нет, я думаю, этот путь тоже имеет право на жизнь. Также в этой карте, глянув на дворец молодого человека, мы можем увидеть, какие конкретно мужчины нравятся данной девушке. Смотрим на факторы, которые находятся во дворце молодого человека. Дух Великий Инь указывает на то, что молодой человек должен быть любящим и заботливым. Звезда сердца говорит о том, что он должен быть достаточно сердечным, понимающим ее проблемы, знающим, как утешить, сказать нужное слово поддержки. Тем более, в принципе, нам это достаточно нравится. Один маленький минус, который может, в принципе, перерасти в большой минус, это дверь открытия во дворце молодого человека, который указывает на то, что ей нравится мужчина, который нравится очень многим девушкам. На начальном этапе это может быть даже достаточно забавно, да, что меня выбрал мужчина,
который нравится многим девушкам, которые желали быть рядом с ним, но он выбрал именно меня. Но впоследствии это может перерасти в постоянное чувство ревности. Поэтому два совета, которые хотелось бы дать этой девушке. Первое. Будьте всегда начеку и старайтесь держать в секрете пин-код от своей кредитки. И второе. Старайтесь оградить свой дом от ваших одиноких и красивых подруг, чтобы самостоятельно не создавать почву для создания любовных треугольников. Любите и будьте любимы. Изучайте себя, и в вашу жизнь придут любовь и счастье.